специи, кстати, там были, у нее тоже были специи для рыбы от Купеты. И вот тут это паровая рыба. И здесь у меня еще видно салатик с грецкими орехами. Грецкие орехи с вайперис. Я отдельно потом запишу обзор. Те самые грецкие орехи, которые я забрала на днях. И еще сегодня пару заказов забрала, но не все пришло. В общем, тут грецкие орехи. Сметана 20% жирности. Оберечье, кажется. Соль и чеснок. И свекла вареная. И самопальный хлеб.
еще одна вареная свекла, но я ее заморозила, чтобы потом разморозить и сделать с ней борщик. В смысле, сварить борщик. Это последняя свекла вообще. Вареная. Больше сырой свеклы не вам. What?